Доставайте фотоснимки и начинайте их разглядывать. Сегодня для этого самый лучший повод. Ежегодно 5 ноября отмечается День рассматривания старых фотографий. Его стоило бы назвать и Днем воспоминаний, так как отдельные моменты жизни всплывают только в особых случаях, когда по какому-то поводу из комода достается толстый фотоальбом и начинается путешествие по страницам прошлых лет. Наводнение в Наринмаре, первый парад, начало большого строительства. Вехи истории бережно хранят в себе фотоснимки. Многие из них хранятся в музее. Для его сотрудников старые снимки – бесценный экспонат, рассказывающий о историческом событии. Возьмем Кожевина Ивана Александровича. Это герой, в том числе и нашего, наверное, времени. Один из первых спасателей. Здесь даже с историей МЧС перекликается, потому что благодаря его усилиям были спасены английские моряки, потерпевшие крушение на своем судне в конце XIX века. Особую гордость составляют у нас фотографии, которые были получены не так давно. Они посвящены участникам Первой мировой войны. Старые фотографии – это машина времени, которая может перенести человека на разные жизненные этапы, напомнить о прошедшем детстве, показать молодых родителей, смешных в детских нарядах, бабушку и дедушку. Именно фотографии помогают и нашему коллеге, автору проекта, знакомый и незнакомый человек Андрею Чеклину, раскрыть героя программы. Для режиссера программ, тем более, если у него программы связаны там вот с фотографиями, с людьми, когда люди ему доверяют и показывают какие-то свои фотографии из семейных альбомов, которые бы они, в общем-то, и не показали на широкий экран. Это вдвойне ценно, потому что люди показываются в такой непосредственной атмосфере, и это помогает созданию программ, естественно, что зритель может уловить какое-то определенное настроение, да, какое-то определенное ощущение такое, что создает подлинность человеческой истории. Сегодня печатная фотография – редкость. Все чаще люди предпочитают хранить снимки на электронных носителях. Но разве может заменить столь увлекательное занятие, как рассматривание фотографий в фотоальбоме, просто листание файлов на компьютере или телефоне? Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».